Вопрос о различии между приматами и обезьянами часто вызывает путаницу. В основном из-за того, как эти термины используются в повседневном языке и в научном контексте. Приматы – это большой отряд млекопитающих, который включает в себя всех современных обезьян – и прямоходящих, и непрямоходящих, а также лемуров, лори и человекообразных, включая людей. И когда мы говорим о различиях между приматами и обезьянами, на самом деле мы чаще всего имеем в виду различия между обезьянами и другими подгруппами приматов. А поподробнее у нас на канале.